Да, старт седьмой скачки. Неудачно принимает старт Изобар. Лошади выходят на противоположную прямую. Впереди Ликут. Ликут лидирует. Далее очень кучно. На второе выходит Сонгшам. 100 метров пройдены за 8,1 секунды. На третьем месте Сент-Элайс. На четвертом месте Power Dream. И замыкает с просветом, с большим просветом Изобар. Номер четвертый. Ликут лидирует по противоположной прямой. Второй на полтора корпуса сзади Сонгшам. На третьем месте Сент-Элайс. На четвертом Power Dream. И по-прежнему с большим просветом замыкает Ислам Пшуков и Изобар. Лошади входят в последний поворот. Скачку ведет Ликут и тут же Сонгшам. 500 метров пройдены за 35,1 секунды. Ликут лидирует на полкорпуса сзади. Второй Сонгшам. На третьем Сент-Элайс. Сонгшам захватывает Ликута. Пошли в борьбе за лидерство Ликут и Сонгшам. Сонгшам высовывает голову вперед. И на третьем месте тут же Сент-Элайс. Подотпал Power Dream и замыкает Изобар. Скачку повела Сонгшам. На втором месте Ликут. На третьем месте тут же Сент-Элайс. Выход на финишную прямую. 500 метров пройдены за 32,3 секунды. По финишной прямой скачку ведет Сонгшам. На втором Ликут. И бросок полем пытается сделать Power Dream. Power Dream подъезжает к лидерам. Скачку ведет Сонгшам. На втором Ликут. Далее Сент-Элайс и Power Dream. Сонгшам приближается к финишу. И Сонгшам одерживает первую победу в своей карьере. Сонгшам первый. Ликут вторым. На третьем месте скачку заканчивает Power Dream. Далее Сент-Элайс и Изобар.